Пробник парфюмерной воды Удрайзен Монталь Пари я ожидала очень долго из-за карантинных мер, и мое нетерпение нарастало, потому что очень хотелось познакомиться с этой композицией. Из-за того, что пирамида представлена нотами, которые я очень люблю, это непосредственно нота удового дерева, это кожа, черный чай, лабдану, пачули, цитрусовые ноты, перец и многие другие, о которых подробнее поговорим позже. И надо сказать, что, в общем-то, меня этот аромат не разочаровал. Это действительно аромат, посвященный коже и уду. Это две основные ноты в композиции данной парфюмерной воды. Пробник у меня официальный. Традиционная черная книжечка. На передней поверхности у нас эмблема компании Монталь. Обращаем внимание, чтобы у нас была правильно изображена эта эмблема. Название Монталь Пари. И внизу наклейка с названием парфюмерной воды Удрайзен, то есть уд, восстающий из пепла, вероятно, забвения, потому что эта нота уже прошла пик своей популярности. Может быть, как еще можно перевести это уд возрождения, вот в таком смысле переводится это название. На обороте у нас информация о том, что это парфюмерная вода, основные ингредиенты – спирт, парфюмерная композиция и вода. Натуральный спрей, форма 2 мл объем, не для продажи, потому что эти пробники они выдаются в качестве подарка для тех, кто приобретает в фирменных бутиках полноформатные флаконы. Произведен пробник во Франции. Сайт компании, адрес, где сейчас расположена компания Монталь Пари, страничка Фейсбука и всякие различные значки, там, меры предосторожности, способ утилизации и так далее. Внутри этой книжечки я не стала ее раскрывать, но там просто изображены флаконы Монталь Пари различные, никакой информации полезной нет. Сам пробник типичный для компании Монталь. Колба, черный спрей, черное сопло этого спрея. Цвет жидкости, такая светлая слоновая кость. Пузырьки мелкие, живут очень долго, потому что это масляные духи, можно так сказать, масляная парфюмерная вода. Сейчас на пробирках, кроме названия компании Монталь, кстати, без уточнения Монталь Пари, начали писать названия самих ароматов Удрайзен черным шрифтом. Это облегчает использование пробников, когда очень много пробников компании Монталь, если они выпадают из своих книжечек, их очень легко теперь опознать. Что касается самого аромата, да, как мы посмотрели на показатели пузырьков, то, в общем-то, все знают компанию Монталь Пари как компанию, которая производит очень стойкие, очень шлейфовые ароматы. По поводу Удрайзен можно сказать, что в этом отношении он вполне оправдывает свое гордое звание Монталь. Стойкость у него, ну, на волосах больше 12 часов я его ощущаю. На коже, наверное, где-то чуть более 9 часов. Но на самом деле, если по 5-бальной системе, то я бы на 4-ку его оценила среди всех прочих Монталей. Потому что есть более стойкие, которые и сутки прекрасно держатся, и даже двое такие мне встречались ароматы. А здесь меньше суток. Ну, то есть сутки даже до суток не дотягивает по продолжительности звучания. А шлейф у него, в принципе, выраженный, если очень много на себя нанести, то помещение может заполнить, но если наносить дозированно по чуть-чуть, то, в принципе, достаточно такой оптимальный шлейф. В принципе, никто не жаловался на этот аромат, достаточно грубый и мужской, в общем-то, обычно мне делают по этому поводу замечания и высказывания мои коллеги, но в этот раз никаких не было жалоб, поэтому я тоже прихожу к такому выводу, что шлейф, в принципе, среди Монталей не самый выраженный, но достаточно заметный. Что касается самого аромата, наконец-то. С верхней ноты пирамиды это кожа, бергамот, грейпфрут и черный перец.
А вот верхняя нота раскрывается в точности в соответствии с верхушкой пирамиды. Действительно, сначала мы слышим кожу, посыпанную большим количеством черного перца. Очень узнаваемый этот запах, напоминает специю, прям вот, которую пользуемся на кухне, черный перец. И бергамот с грейпфрутом, они здесь выступают в роли такой очень сухой, горько-кислой ноты. Ну, угадывается, что она цитрусовая, но это именно сухой старт из достаточно грубой кожи, кисло-горьких цитрусов и большого количества черного перца. Дальше пирамида уже раскрывается, ноты сердца и базы, они переплетаются между собой. В сердце композиции заявлены уд, нота дыма, древесные ноты, черный чай, роза, жасмин, пачули, лабдану. А в базе табак, сандал, ваниль, ладан, белый мускус, всем знакомый по ароматам манталь, кедр и амбра. Вот после сухого старта кожа начинает приобретать эффект задымленности, она становится такой вот пропитанной запахом дыма, но это не дым осенних костров, это не дым покрышек, это скорее дым вот пожаров, такой вот своеобразный дым без оттенка горящей листвы, которая характерна для осенних костров, но и без каких-то синтетических пластиковых нот, то есть такая грубая, продымленная, прокуренная, ну не сигаретным дымом, а именно вот какими-то такими пожарищами, задымленная кожа. Ну, может быть, еще кожа с дегтем. Вот так можно характеризовать эту ноту. Она будет самой основной нотой, будет слышна от самого начала конца и до самых последних нот. Это такая дегтярная задымленная кожа. Это самая основная нота, которая полностью проходит через всю пирамиду. Затем на эту ноту нанизывается нота черного чая. Это вторая нота, которую я слышу. Зеленые нотки, то есть листики, листва ощутимо. И характерная терпкость заварки черного чая. Но я думаю, что это и сама нота черного чая, какие там компоненты уже используют, я не знаю. И пачули, вот их характерная горчинка здесь узнается. А затем на черный чай накладывается роза. Красивая, свежая, тоже с зелеными нюансами в звучании. Такая кисловато-сладкая, но она свежая, легкая роза, и она не перебивает кожаную ноту. Но, в принципе, роза тоже звучит достаточно громко. Следом за вот этим таким розово-зеленым блоком появляется блок, который я называю медовым. Это сладкий жасмин, но здесь он не лидирует. Здесь гораздо слышнее, мне кажется, звучит нота сладкого табака. Такие сигары какие-то. В шлейфе эта нота воспринимается практически как медовая. А непосредственно на коже, да, это запах сладких цветов и сладкого табака. Какое-то время, где-то часа 2-3, аромат звучит кожей дегтярной, поверх которой распространяется легкий аромат розы. И вот этот вот приятный такой медовый оттенок, но мед здесь ближе к гречишному, такой терпковатый мед. Не приторный сладкий, не липовый, ну, такой мед тоже грубоватый. Затем через 2-3 часа на передний план начинают выступать ноты древесные. Ну, вот он как бы так крадучись маскируется за кожаной нотой, но тут начинают появляться еще и дополнительные древесные ноты. И они усиливаются нотами благовоний, горький дым ладана и характерный с ладаном оттенком цветок лабданум, который придает прохладу композиции. И эти благовония, они звучат как смола, может быть, даже хвойных деревьев. Появляются именно деревяшки со смолой, которые теперь сменяют вот этот розово-зеленый блок и дополняют нашу задымленную кожу. Аромат становится густым, насыщенным, с очень яркими, такими смоленистыми, благовонными оттенками звучания. Ну, собственно говоря, это продолжается уже до самой базы, а в базе появляются сандал, ваниль, можно сказать, что такое ванильный сандал. А, конечно же, через всю пирамиду проходит и узнаваемый мускус компании «Монталь».
Нота мускуса — это вообще первая нота, которую я почувствовала, когда только достала пробник из книжечки, поднесла к носу, еще не распыляю, я уже услышала характерный, узнаваемый мускус компании Монталь, белый мускус, немножечко влажный, возможно, также за счет ноты кедр, потому что я ее всегда воспринимаю как такую влажную пудру древесную. Ну вот, если говорить в целом об аромате, то на мне раскрытие происходит, этапы очень постепенные, плавно сменяют друг друга, но я для себя могу четко выделить сухой старт с горькой кожей и горькими цитрусовыми нотами, с большим количеством черного перца. Затем композиция смягчается, она становится немного слаще, когда появляются медово-табачные ноты и свежая, но достаточно сладкая роза. Потом, через несколько часов, 3-4 часа, это от погоды зависит от разных условий, аромат снова становится горьким, преобладают древесные ноты, появляются смолы, сладость уходит, потому что смолы здесь такие горькие смолы, ладан вот классический. А потом аромат снова ближе к базе, слегка становится сладковатым за счет сандала и ванили, опять смягчается, вот такой вот... Он дважды становится сладким и дважды проявляются больше горькие ноты в том, как раскрывается на мне эта пирамида. Но мне кажется, что такие нюансы, может быть, не все даже и заметят. Поэтому, по большому счету, если в целом охарактеризовать Oud Rising, то это парфюмерная вода, посвященная грубой дегтярной задымленной коже. Но не слишком грубой, я знаю, более такие резкие ароматы. В принципе, это красивая кожа. Это нота уда, который напоминает уд из композиции Honey Oud, тоже компании Монталь Пари, медовый уд. Здесь он не столько медицинский, сколько задымленное дерево, копченая древесина, в такой вот форме копченой древесины. Это две основные ноты. Также можно выделить из, наверное, более заметных, это, собственно, розу. И легкие сладкие медовые оттенки. Ну и во второй половине звучания, я думаю, все-таки все почувствуют здесь древесину и смолы. Смолы немножечко даже напоминают все-таки сосновую смолу. Горьковатые смолы такие, древесные. Очень интересный аромат, конечно. Мне он понравился. Буду его с удовольствием использовать. По направлению это унисекс. И по сути своей тоже. Ну, может быть, мужчинам, конечно, он более подойдет. А что еще могу сказать об этом аромате? Насколько оправдано название Oud Rising? Это зависит от того, что сама компания Монталь Пари вкладывала, какую идею. Если речь шла о том, чтобы вернуть ноту агарового дерева в верхний список рейтинга самых популярных парфюмерных нот, то с этой точки зрения аромат не привносит ничего нового в осмысление этой ноты. То есть это один из очередных добротных удовых ароматов компании Монталь Пари, но едва ли этот аромат может повторить успех самого первого аромата, черного уда. Но если компания Пари имеет в виду второе пришествие ноты уда череду своих собственных ароматов, потому что какое-то время назад главный парфюмер и владелец компании Пьер Монталь заявлял, что будет прекращено производство удовых ароматов, будет преимущество у ароматов гурманских, ванильных, цветочно-фруктовых, то с этой точки зрения, мне кажется, это очень успешный и добротный аромат, один из прочих в числе ароматов компании Монталь Пари.